все. Его пока бежишь, там не вообще ну идиот, ну зачем ты назад вся команда здесь. Не, 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 не
А, это помнишь? Что, у вас показывают? Не, ну я повернулся. Белый. Ну, жесть подкладывает. Еще вот все это первый этап. Маша, не трогай, вообще. Рука, что ты упадешь? Вот это как лучше. Ну, нет, вот так вот понимается. Не трогай, не трогай. Ты мне не давно уже. Ты не трогай. Я не пошел у вас.
Thank you.
Костяная башка. Нет, ну он первый гол не видел, он пропустил флот. А сейчас он пошел в комнату. Опять не видел. Напрашивается вопрос. На 63-й минуте с передачи Юрия Бровченко, номер 33-й, мяч ворота Ильичевца забил Александр Сытник, номер 9-й. Замена в команде Ильичевец. Вместо Дмитрия Соблова, номер 21-й, играет Николай Шапаренко, номер 98-й. Thank you.
выиграли с этим башкой, да? Башкой? Драч бьет другие ворота. Я не знаю, что это за
Субтитры
Тищик, давай сразу. Ну, так, смотрите, он ну такой силы. Берет, ну что ты творишь? Он стоит вот он перед ним. Берет, раскручивает его. Замена в команде «Олимпик». Вместо Дениса Галенкова, номер 6, играет Владимир Доронин, номер 8. На 78-й минуте с передачи Ринара Валиева, номер 88, мяч ворота «Олимпика» забил Сергей Грин, номер 11. Субтитры сделал DimaTorzok.
На 85-й минуте с передачи Николая Шапаренко, номер 98-й, мяч ворота Олимпика забил Сергей Грин, номер 11-й. Thank you.
Могильничевец. Вместо Ринара Валеева, номер 88, на поле выходит Александр Лучик, номер 80. Компенсированное время второго тайма 3 минуты. На 92-й минуте с передачи Сергея Гриня, номер 11. Свой дебютный гол в чемпионатах премьер-лиги забил Николай Шапаренко, номер 98.
Думай, слава Богу. Уважаемые болельщики, в эти минуты завершается матч в Киеве, где встречаются Киевская «Динамо» и «Металлург Запорожье». Идет компенсированное время, счет 2-2. Спасибо, Вова, за выходить.